Фотограф, врач, юрист, менеджер и люди других профессий. Эти женщины и мужчины, возможно, так и не знали бы друг о друге, если бы однажды не открыли для себя мир нетворкинга. Слово для русского человека непривычно на слух, но суть, она же задача, вполне ясна – обзавестись полезными связями. Так барнаульская красавица из нетворкинг-клуба опередила других девушек Сибири в конкурсе красоты. Мне нужно подготовить костюм, мне помог один. Мне нужно подготовиться самой, да, стать более там красивой, изящной. Мне помогли другие люди. То есть есть запрос, есть люди, которые тебе в этом помогут. И вот так по цепочке я, в принципе, подготовилась к конкурсу. Клуб с названием «Два сердца» появился в 2021 году во время самоизоляции и пандемии. Его основатель – мама четырех детей, гинеколог по профессии, которая во время декретного отпуска почувствовала острую потребность в общении и развитии не только по специальности. Стала думать, как с пользой совместить оба желания, собрала людей из разных сфер, и их первая же встреча дала начало большому сообществу, в котором сегодня 360 человек. Первое, что некоторые люди приходят просто за общением, то есть пообщаться, посмотреть, просто у некоторых много идей, но они боятся вообще озвучить. Здесь они находят единомышленников. Вторая категория людей приходит, которые хотят заявить о себе, то есть рассказать, что у них есть вот такие услуги, у них может быть магазины, еще что-то, да, то есть они рассказывают, здесь, соответственно, находят клиентов, да, и тем самым расширяются. Участники говорят, что только взаимопомощью они не ограничатся. Есть у клуба и общая цель – стать большой благотворительной организацией в помощь девушкам, которые настроены прервать незапланированную беременность. У Надежды было немало случаев, когда она лично смогла убедить женщину оставить ребенка. И об этом они после не пожалели. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком.